Нашла. Снимается маски и голограммы. Фантом предстоит перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Она вышла с конструкции. Уже с конструкции. Нормально. Защищаемый физический биоробот с защитным потоком и чистых энергий Абсолютно. Берем Валерию в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. И вместе с тонкой копией Валерии поднимайся в комнату диагностики. Один, два, три. Пошел подъем. Мы на месте. Мы приветствуем Вари, Валерию, интересуемся, готова ли она к диагностике и проверке, доверит ли она нам свое биополе на период сеанса. Да, доверит. Она ждала, чтобы забросить конструкцию. Валерия, как она попала вообще, эта конструкция вашего биополя? Вы что-то там делали или не делали? Или вы не знаете? Знает. Знает? Да, сейчас, подожди, она показывает. Там, где она находилась, биоробот соединялся с энергиями ей было плохо. Вообще, когда биоробот болеет после чистки, это значит, что знания, которые он получил при чистке, он должен использовать. Это как практика. Правильно. Использовал и... человек эти знания? Она использовала, но это было новое для нее и. Намного сейчас она больше понимает, что делать. Вот она училась на них. И там, mm -hmm. где она жила, стоит, стоит э, конструкция рептилоидов Понял. сверху. Mm -hmm. Хорошо. Вот это они ей и вставили. Они ее удерживали там, пока не вставили полную конструкцию. Ах вот, так это они были, которые удерживали. Ну хорошо, сейчас они получат по полной программе. Я даю команду сканеру. Так, мы спрашиваем разрешение. Валерия дала разрешение, да? Дала, да. Отлично. Хорошо. Я даю команду сканеру. На счет 3 сканер начинает отключать эту конструкцию полностью до последнего проводка, до 100%, безболезненно выводит его из всех семи тонких тел эту конструкцию и отправляет эту конструкцию в клетку тюрьму. Один, два, три. Да, будет так, а так и есть. Но у нее сильное утяжеление утяж а к ногам идет. Пусть выведет сначала это, потом я дам команду на скан. Готово. Отлично. Я даю команду сканеру. На счет три. сканирует пространство над головой Валерии, под ногами. 360 градусов вокруг нее. тел Валерии находит все. Одновременно выстраиваю канал от конструкции ко всем ответственным. Один, два, три. И притягиваю их в клетку-тюрьму, где бы они ни находились. Становятся моими заложниками. Один, два, три. Стоят в клетке. Рептилоид. Агрессирует. Репт. Отлично, хорошо, еще кто? У нас защита стоит. Два грустных грея. Правильно. Что грустные, еще кто? Все. Считай цифру репта над головой. 540. 540. Хорошо, паразит. Ты еще здесь нервничаешь? 140. 140. Отлично, Влад, направь на него свой лазер и дай ему легкий удар живой плазмой. Удар. Ну, ему куда-то в бок попало это. И он заребел. Хорошо, Грей, спрашиваю. Вы хотите то же самое сейчас получить в лоб? Они смотрят на него. Рептилоид прижимает, не знаю, руки, что у него, к боку и когда убирает их, эта плазма как жвачка растягивается по рукам везде. Он... Хорошо, это тебе за агрессию в моей комнате диагностики, паразит. Если я еще одну агрессию за... замечу здесь, ты уйдешь в галактическое ядро. Тебе это понятно он... сейчас? Он просит убрать. Получается, куда бы он сейчас не прикоснулся, эта плазма будет везде присутствовать в нем. Ты понял свою ошибку? Он не понял, что это. А это не его. Проблема. Это мое оружие. Итак, ты понял свою ошибку? Если нет, я ничего не сделаю. Так и будешь стоять. Не понял. Я на тебе применил свое новое оружие. Рептилоид. Оно смертельно для вас. Он говорит, вытащи эту гадость из меня. Ты еще будешь агрессировать? Пока она не съела меня. Ты еще будешь агрессировать? Я тебя спрашиваю. Третий нет, раз. Он не будет. Хорошо, даю команду. На три до последнего микрона. Вся энергия плазмы возвращается ко мне. Один, два, три. Готово. Хорошо. Поехали дальше. У нас, значит, один рептилоид, два грея. Кто-нибудь еще есть? Нет. Какое замечательное оружие. Итак, Гры, вы решились войти в биополе человека, которого мы недавно чистили. Вы не совсем умные игры, потому что вы должны были все-таки как-то заранее проверить в архивах своих, кто чистил этого человека. Я это принимаю как вызов мне. Вы хотели проверить, как я работаю после чистки, пожалуйста. Что это за конструкция, игры С подключкой. На ком основании вы ее вставили В в доме. Вы еще воздействовали на человека, чтобы он не уезжал, чтобы вы окончательно там установили эту конструкцию? Да, чтобы мы могли подключиться. Тебе не кажется, что это перебор? Вы что здесь? Властители? Вселенная или как это мне понимать? Грей, я сейчас перепрограммирую эту конструкцию, поставлю вас в троих в эту конструкцию и включу ее на полную мощность, на отток энергии. На 90% я посмотрю, что от вас останется. Как вы вошли в это биополе, рассказывайте. Каким обманом? Если я не получу никакой информации, вы для меня не представляете никакой ценности, я от вас избавляюсь. Итак, я жду. Они показывают, они показывают, что у нее яркие энергии внутри стержень, но она слаба слаба и в знаниях слова она не может защищать и не видит эти энергии пока свои. Этим они воспользовались. То есть вы изначально взяли себе слабого контрагента и решили проводить свои опыты любой ценой, да? Ну и почему я должен вас без, безнаказанно отпускать? Я сейчас прошу у Валерии, что она захочет с вами сделать. И если она скажет наказать, я вас накажу. Валерия, как вы считаете нужным поступить с этим рептилоидом и этими греями, которые вошли без вашего разрешения в ваше биополе? Отпусти, это был мой урок. Хорошо. Повезло вам крупно, Грей, с рептилоидом. Сегодня рептилоид получил свой урок. Грей, вы получили свой урок? Или вы тоже ничего не Мы поняли? Мы получили информацию о новом оружии, которое нам нужно получить. И как ты собираешься получить мое оружие, скажи мне? Пока не знаю. Вот. Тебя впечатлило мое оружие? Впечатлило. Хорошо. Значит, да. сейчас сделаем реверс энергии. Сколько вы находились в биополе, Валерий? На пальцах считают? Ну, он не говорят 20 дней. Хорошо, 20 дней. Я даю команду на реверс энергии. И я даю команду тонкой копии Валерии спроецировать все энергетические и сферические каналы к рептилоиду, двум Греям и этой конструкции. Каналы выстроились ответственным за чужеродные негативные патогены низкой вибрационной энергии в ее биополе. Я даю команду тонкой копии произвести отчуждение все чужеродные, патогены, низкой операционной энергии, откат всех негативных программ, негативных после форм. Пошла энергия по каналам, чужеродная по отношению к Валерии. Посмотри, что в конструкции идет. В конструкции энергия идет. Связать, они с биороботом пытались. Чужеродная энергия. Готово. Отлично. Устанавливай фильтры золотой сеточкой на все каналы. И в порядке реверса Валерия забирает все чистые, светлые божественные энергии. Обратно пошли энергии божественные и чистые. Лира, это слово, они ее родной энергии похищали. Ну, она обязана, в принципе, их защищать. Начнем с этого, поэтому здесь такая ситуация. Она уже знает о своих энергиях и должна, соответственно, как-то себя по-другому вести. Ей очень важен союз био, робота и души. Вот пока она подключалась и соединялась, чакры всех полей пока объединялись, они увидели этот свет и начали ее о, как атаковать. Хорошо. И что им? Не помешала Меркаба? Или ее не было там? Была Меркаба, но Меркаба не всегда активирована. Они находят слабую точку, когда можно повысить свои энергии и пробить. Ночью? Да. 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 Физическое а... тело слабо. Все тонкие тела в приглушенном состоянии. Да, они используют этот момент. Реверс закончился. Отлично, хорошо. Так. Грей, выходите, вытаскивайте все, что еще осталось в биополе Валерии. Ничего не осталось, все отключено. Хорошо. Включая внутренний биосвет Валерии 1, 2, 3. И Валерия выдавливает из себя все негативные патогенные энергии, находящиеся в ее биополе, а также на частоток интерферентовой конструкции. 1, 2, 3. Пошел свет. Свет выдавливает эти энергии, они формируются в шар. Готово. Открывая под шаром портал в галактическое дыро, уходит на переработку. Закрывая, печатая, растворяя, я даю команду сканеру на контрольную проверку. Один, два, три. Пошла контрольная проверка. Чисто. Даю команду Валерии на счет три сделать импульс высокой вибрационного шока удара и отстегнуть от тебя все каналы к интерферентам и их подключик. Один, два, три. Удар. Отлетают каналы. Получилось. Каналы отлетели, но она сильный разряд сделала, их отбросила. Кого отбросила? Двух краев, рептилоидов в клетке отбросила назад. Хорошо. Да. Ну, Но я ей сказал импульс сильного высокого операционного шока удара, она и сделала. Молодец, Валерия. Вот так оно все действует. Так что вы не такая уж и бессильная перед ними. Отлично. Каналы остегнулись, открывая портал в «Галактическое ядро». Канал улетает на переработку, закрывая, печатая, растворяя. Готово. Давай заправим Валерию, посмотри, сколько ей нужно энергии, какая чистая вибрация. 320 и 27. Иначе 3 три макушку головы Валерии начинает поступать 7 вибрационных потоков по 320% каждый. Один, два, три. Потоки пошли. Наполняет, усиливает. Все необходимые ей цвета начинают поступать. Мощность потока усиливается. Чистота вибрации поднимается до 27 Гц. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3 есть хорошо мы закончили отлично ребята хорошо Грей еще хотели посмотреть на энергии Даю Подожди, коман... она да. им дает она им показывает какое оружие у нее есть оружие чтобы на меча в ее в ее тонких телах она им показывает его и но ну, чтобы При... они больше не вернулись как а это оружие выглядит как меч Хорошо, Валерий, у вас есть меч для своей защиты. Если вы чувствуете какое-то воздействие, всегда можете этим мечом сила своего намерения визуализировать этот меч и отрубить от себя любых интерферентов, может даже их и разрубить. Поэтому применяйте свое оружие, которое вам дано. Пока, говорит, я их только пугаю. А так вы их только пугаете, абсолютно верно. Мы закончили. Грей, вы хотели посмотреть на мою, на мою энергию, на новое оружие. Появляется в моих руках шар живой плазмы. Один, два, три. Посмотрите. И передайте в свои мира. Вы видели, как она действует. Мы намерены, настроены серьезно. Они говорят, отдай нам. Ты видел? Немножко. Что? <связывая> ты видел, что с рептилоидом случилось, когда я ему дал немножко этой энергии. Они тебе бокс протягивают, который нужно положить. Репты, ну вашей, э, Грей, вашей наглости просто предела нет. Вы обнаглели, ну реально. Неужели ты думаешь, я тебе отдам свое секретное оружие? Говорят, мы подумаем, что тебе предложить сами. Вы ничего не придумаете. Там другой уровень. Хорошо, ладно, все, шутки закончили, буду вас отпускать. Я предупреждаю сразу, еще малейшая попытка, то, что было сегодня с рептилоидом, я уже не заберу энергию. Всем понятно? Да. Открывается наверху два портала, один на чистоте рептилоидов, один на чистоте Греев. И рептилоид уходит в свой портал, Грей уходит в свой портал. Конструкция остается на месте, закрывая, печатая, растворяя оба портала. Готово. Открывается под конструкцией портал в галактическое ядро 1, 2, 3, и конструкция уходит на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. Есть. Хорошо, я прошу сейчас связаться телепатически с офицером Кольтом. Я приветствую. Я буквально на одну минуту хотел просто поблагодарить за живую плазму. Мы сегодня первый раз ее испытали, поняли, как она работает. У них были огромнейшие глаза и мы впечатлены этим действием. Еще раз огромная благодарность на этом месте, уважаемый офицер Кольт. На здоровье. Благодарю. Все, мы отключаемся. Хорошего дня, хорошей службы. Отлично, Верочка. И для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Валерии в систему Биоробот Душа. Заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. И отключаясь от объекта и поднимайся в комнату диагностики. Пошел подъем. Я на месте.